Глава городского округа провел традиционную инспекцию по ходу реализации программы капитального ремонта. На этот раз Владимир Ужицкий проверил, как ведутся работы на доме 4Б по улице Строителей. Обсудил с подрядчиком сроки окончания капремонта. Продолжение в сюжете Виталии Куликовой. Главная тема, которую теперь обсуждают жители дома 4Б по улице Строителей – капитальный ремонт фасада их пятиэтажки почти завершен. Новость хорошая и долгожданная. Ведь этот дом – наследие хрущевских времен. На страницах его полувековой истории капремонт не значился ни разу. Я живу в этом доме с 69 года. Дом, конечно, был, ну, не ахти, не ахти. Ремонт делали, но некачественно, все облезало. Сейчас, конечно, сделали очень хорошо. Жители внимательно следят за ходом ремонтных работ. Насколько тщательно строители утеплили межпанельные швы, качественная ли краска на фасаде. Сейчас все внимание цоколю. Ход капитального ремонта дома приехал проверить и глава округа Владимир Ружицкий. Я думаю, что зима уже будет другая у этих жителей, потому что реально дом сделали теплее. Ну, а стоит задача вот подобные дома приводить в порядок, скажем, чтобы дом не промерзал зимой. Глава поинтересовался у жителей, все ли их устраивает в обновленном доме, и призвал незамедлительно обращаться в администрацию, если вдруг они заметят какие-то недостатки. Качество ремонтных работ проверяет не только время. Мы несем как генподрядчики гарантийные обязательства с установленными сроками. И по качеству работы, естественно, у нас есть свой стройнадзор, технадзоры наши, которые проводят контроль. И плюс еще представители ГБУ и фонда капитального ремонта, которые у нас принимают эту работу, которые подписывают нам акты сдачи, приемки данных объектов. В этом доме строители должны завершить ремонт уже завтра. Остальные объекты на финальном этапе. Сегодня в работе 115 многоэтажек. Фронт работ у каждой свой. А вот срок сдачи единый. Четвертый квартал 2021 года. Виталия Куликова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.